первый питомец наш гусар. Вот его мама. У мамы просто пропало молоко. В результате ребенок ослабел и начал покусывать маму. Маме, конечно, это не понравилось. Она начала его сбрасывать. От магота отказались и в этом году. Гамадрил малыш, который родился совсем недавно, ему только буквально 2 недельки. Гамадрил у нас родился самец. Самка в группе самая старшая, она забрала ребенка себе. Проносила его целый день, и когда получилось, смогли ребенка отдать маме настоящей, мама его просто уже не приняла. Они остаются на ручном выкармливании, это в основном ветеринары, и за сектор выкармливают их. Мы кормим, это в первую очередь. Это детская смесь, нолечка или единичка, начиная вот с самого маленького. Не исполнилось им еще полгода, они пока будут пить единичку. Ветврачи еще добавляют витамины специальные. Обтираем обязательно животных, потому что им, как всем малышам, требуется гигиена. И массажируем животики. Естественно, даем возможность погулять, выносим их время от времени на улицу, на солнышко. Они все живут дружно, в группах, и после того, как они уже начнут есть свою, скажем так, привычную для них пищу, это бананы и так далее, овощи разные, фрукты, они поселятся все вместе в свой вольер, где будут жить со своими сверстниками. Уже на следующий год наш детский сад будет переезжать в открытые вольеры, чтобы радовать наших посетителей, чтобы доставлять радость детворе, которая приходит в наш экопарк. Ну, как бы, и хотелось бы, чтобы люди больше узнавали о животных и приезжали к нам почаще.